C++ существует два основных способа работы с динамической памятью. Первый способ – это работа с динамической памятью в стиле C при помощи библиотек, унаследованных из языка C. Второй способ – это работа с динамической памятью в стиле C++ с использованием операторов, которые объявлены в C++. Давайте начнем с обсуждения работы с памятью в стиле C. Стандартная библиотека cstdlib – это имя заголовочного файла, который нужно подключить для работы с данной библиотекой – предоставляет 4 функции для управления памятью, которые соответствуют аналогичным функциям из языка C. Это функции malloc, free, calloc и realloc. Перед тем, как обсудить, что же эти функции делают, давайте посмотрим на их сигнатуры. Во-первых, вы можете заметить, что здесь используется некоторый тип, который мы не встречали до этого. Это тип sizeT. Это такой специальный целочисленный беззнаковый тип, который может вместить в себя размер любого типа байт. Тип sizeT используется для указания размеров типов данных, для индексации массивов и прочее. Дело в том, что тип int не всегда для этого хорошо подходит. Может так оказаться, что у вас, например, 64-битная платформа, на которой тип int 4 байта, и тогда тип int не может проиндексировать очень большие массивы, которые, с одной стороны, влезают в вашу оперативную память, но, с другой стороны, тип int слишком маленький для этого. Да? Он содержит всего лишь 2 в 32 значений, а 64-битная платформа позволяет вам создавать массивы значительно больших размеров. Во-вторых, вы можете заметить, что здесь используются указатели на значение типа void. Как мы помним с вами, void — это такой специальный тип данных, который не содержит ни одного значения. И более того, переменных типа void создать нельзя. Однако можно создать указатели на void. И это будет означать, что данный указатель указывает на некоторую нетипизированную область памяти. Что, в принципе, может означать, что она какого-то типа, но просто эта информация стерта, мы не знаем. В ранних версиях C++ для этого использовался тип char. Просто потому что нетипизированная память — это некоторый набор байт, а char очень часто соответствует байту. Но в современных версиях принято использовать void-звездочку, чтобы показать, что мы вообще ничего не знаем о типах, которые хранятся в этой области памяти.